Ух тышка! А это что за плюсик такой? Он еще и крутится! По нему тебе нужно наверх забраться. Да? И как это сделать? Эй, пусти меня! Вай, что происходит-то? Опа! Здрасте! Всем приветик! Привет-привет, друзья! Приключение Стикмана в храме мага продолжается, и наших самураев ждет 86-й уровень. Да не просто ждет, а заждался уже. Го проходить! Опаньки! Неплохое начало! Я первый начинаю! Нет, первая я! Возле меня костюмчики новые! О, как! Да чё ты её слушаешь, игруля? Она по-любому брешет! Ну так, это же можно проверить. О! Ну чё, убедились? Так-то оно так! Но смысл менять костюмы, если мы и так самураи? Тоже верно. А ещё, чтобы капелька смогла свой ключ взять, нужно, чтобы огонёк кнопку фиолетовую подержал. Так что пусть он и проходит первым. Ладно. Ну-с, начнем с золотишка. Эй, какого золотишка? Я тебе очередь уступила, чтобы ты кнопку мне нажал. Да нажму я твою кнопку попозже, как золотишко соберу. Эй! Не, погоди. А смысл пропускать золото? Чтобы я взяла. Но огонек же ближе к нему. И чё? И то, ты это, не борзей. Будешь возмущаться, будешь сама свою кнопку держать. Но тогда вы оба не пройдете уровень. Именно. Так что, вода, вот то стой и жди, пока батя все разрулит. О, тут еще золото. Ну, сейчас-то ты чего злишься? Наоборот, огонек тебе платформу спустил. Это я бы и сама могла сделать. Сама ты можешь, только стоять и сопеть в две дырочки. Ха-ха. Усё, дуй за ключом. Ну, наконец-то! Ты так долго поднимался, что у меня аж волосы седые стали! Ничего-ничего, под шлемом не видно! Ха-ха! Вот! Ой, да ну тебя! Да и вообще, я бы на твоем месте так не радовалась! Чё это? А потому что я первый уровень пройду! Чё? Сюрприз! Эй, да как так-то? Как-как? Очень просто! Эть, вот так! Это подстава подстав. Вот так и помогай потом тебе. Опа-на! И финишировала первой, и начинаю первой. Ага, губу закатай первой. Здесь костюмы, и я к ним ближе. Так что... Вот же ж! Не понял. А хотя, чё тут непонятного-то? Вон же пружина впереди. Сейчас с неё допрыгну. Иха! Не-а, так тоже не достать. Ах так! А если на пружину сверху прыгнуть? Эц, и за костюмчиками! И все равно нет. Во дела! И как же их достать? Может, с разгона и на пружину? Да ну! Давай лучше весь уровень глянем. Может, короб где есть? Чё-то не видать! Зато я свой ключ вижу. Но чтобы его взять, огоньку нужно кнопку подержать. Опять? О, да! Не-не-не, я на это не подписывался. Ой, да ладно тебе, твой ключ тоже закрыт. И в воде нужно будет кнопку подержать. А, ну раз так, тогда ок. Давай водиться, дуй наверх. Бегу-бегу! Заодно и золотишко соберу по пути. Ой, да подумаешь там, у меня этого золота уже целый вагон. Вообще-то, оно у вас общее. Тихо, не пали контору, игруля, дай потроллить воду. Ну все, капелька, держи кнопку и передавай очередь. Зачем? Я дольше пройти могу. Нет, ты не успеешь проскочить. Успею, успею. Да ну. Да точно. Эть? Ха-ха, получилось! Не-не-не-не-не! И снова я первая финишировала! Чё? Игруля, мы так не договаривались! Да, кто ж знал, что водичка сможет проскочить?
Ну, вообще крутяк. Я, значит, ей очередь передал с условием, что она мне кнопку поддержит. А она уровень прошла. Что? Завидуешь, что я такая шустрая, что смогла проскочить? Ой, нашла чем гордиться. Я тоже так могу. А может и нет. Да как это нет? А вот так. Похоже, тут без помощи капельки не обойтись. Да это он специально, чтобы первым пройти, пока я кнопку держать буду. Отличная идея! Ха-ха! О, я смотрю, ты без передачи очереди спустился. Молодчинка! Это что сейчас было? Ха, надо было не стоять прямо над проходом. Во дела! В этот раз первым начинает огонек. Как всегда. Ха, и чё? Финиширую, это я всегда первая. Ой, да то тебе просто повезло, так что особо не зазнавайся. Бе-бе-бе. Может, уровень сначала весь посмотрим, а то прям рванул проходить. Да чё его смотреть-то? Проходить надо. А то вот это как начнёшь смотреть, так по-любому кнопку какую-нибудь в воде потом держать придётся. О, а вот и кнопка. Жми. Да сейчас же. Некогда мне. Тут вон ключ мой. О, а вон и выход. Но к нему не спуститься. Да как же не спуститься? Эть, и все. Что все? Тут стенка стоит. Это не проблема. А может и проблема. Видимо, надо было кнопку нажать. Вот, пусть вода дует сюда и нажимает. Я не поняла. Это еще что за подстава? Почему это я должна кнопку нажимать, которую должен был огонь нажать? Так, чтобы не продолжать спор, давайте все же глянем уровень. Ну вот, все правильно. Вода кнопку нажмет, а я рычаг переключу. Ага, и уровень пройдешь первым. А если бы ты честно проходил, было бы наоборот. Так что будем считать, что я и этот уровень первой прошла. Ага, помечтай. Ну, вообще-то, она права, дружище. Если бы ты не вредничал и нажал кнопку, она снова была бы первой. Если бы, да кабы, была бы. Не, ну вот о чем с ним можно говорить? Ой, да кто бы говорил? Я говорю. Ну-ну. Да ну тебя. Прошлый уровень начинал огонек, друзья, а этот капелька. О, а давайте глянем весь уровень. Ага, еще чего. Некогда мне, проходить надо. Эть. Все, напроходилась. Еще чего. Вон там справа берег, мне туда. Но не допрыгнешь ведь. Допрыгну, допрыгну, ух. Ага, оно и видно. А, я предупреждал, только жизнь зря потратила. Ну, жизнь-то я верну, это не проблема. А вот прыгать и правда далековато. Поэтому очередь переходит огоньку. Ух тышка! А это что за плюсик такой? Он еще и крутится! По нему тебе нужно наверх забраться. Да? И как это сделать? Эй, пусти меня! Вай, что происходит-то? Фух, выбрался. Но это было несложно, само собой. Кто бы сомневался. Жми теперь кнопку, чтобы воде помочь. Опять кнопка. Опять, чтобы воде помочь. Да сколько можно-то? Бу-бу-бу. Ишь, развозмущался. Эй, водичка, ты тоже не спеши. Подержи желтую кнопку. Не зря же она тут. О, красава, игруля. Теперь я первый финиширую. Ага, размечтался. Все так и будет. Вот увидишь. А дальше куда? Похоже, рано мы желтую кнопку нажали. Отпускай, капелька. То нажми, то отпусти. Главное, не бузи. Хе-хе. Жмакай. Эй, ну там ведь мой ключ. Стой. Нужно проходить по одному, иначе никак. А-а-а, и снова я первый. Вот она, моя красная дверочка. Та-дам! Ну и как мне теперь самой пройти? Самой никак. Придется огонька из финиша вернуть. Не-не-не, исключено. Да-да-да, давай, жми кнопку. Ну, игруля! Надо, огонек, надо! Ха-ха,
И я снова первая! Вот так сюрприз! Чё, Игруля, доволен? Конечно, доволен, что уровень пройден. Воу, это же бонусный уровень, друзья! О, да, и начинаю его я! Но на всякий случай, давай осмотримся по-быстренькому. А возле меня магнитик, поэтому давайте я начну. Так быстрее будет. Ха! Ты серьезно? Это была самая нелепая попытка отжать очередь. Я и без магнита все золотишко соберу. Не зря же тут куча батутов стоит. Ой, да подумай что. Я просто как лучше хотела. Ха! Ты серьезно? Игруля, ты посмотри на нее. Она прям не сдается. Как лучше она хотела. Знаю я твои как лучше. Схватила бы магнит и собрала бы все золотишко в одно лицо. Ой, да ну тебя. Золото собрано, очередь водички. А давай-ка я ей помогу. Эй, ну чего за дела? В смысле? Ты ж сама хотела как быстрее. Вот я и помогаю. Я на батутах уже распрыгался, поэтому быстрее золото соберу, чем ты. Да ничего не быстрее. У меня вообще-то магнит есть. Ну, есть и есть. Тебе-то он уже не пригодится, так как им уже нечего собирать. Ха-ха! Ну все, айда на финиш! Не, Огонек, ну тут ты, конечно, не прав. Все, я прав. Это моя плата за то, что я всю серию кнопки держал в воде. Ой-ой-ой, вы посмотрите, какие мы обидчивые. Да ничего, я не обиделся. Ну-ну. И на этом, друзья, мы и закончим серию. 90 уровней храма мага позади, продолжим в следующем видео. Всем пока-пока! Ничего, я не обиделся! Нет, обиделся! Нет, не обиделся! Обиделся! Нет! Да! Нет! Да!